Дворы на улице Куйбышева заросли. Местные жители справиться самостоятельно с растительностью не смогли. Поэтому регулярно просили привести в порядок территорию коммунальщиков. Безуспешно. Зов о помощи услышали активные горожане и решили избавить население от страданий. Территория потенциально очень интересная, как зона отдыха для жителей многоквартирных домов по улице Куйбышева. Но она находится в достаточно запущенном состоянии. Я увидел обращение жителей в одной из социальных сетей. ВКонтакте, социальной сети. И было принято решение здесь провести работу, благоустроить эту территорию. Сегодня здесь проводится подготовка площадки для спила аварийных деревьев. Здесь растет очень высокая трава, двухметровая. И сегодня мы занимаемся ликвидацией. Заросли вырубают. Дисковый триммер справляется даже с самым запущенным бурьяном. А после покоса вскрывается еще одна проблема – бытовой хлам. Его накидали в траву прохожие. Очень мешал. Постоянно бросали туда мусор. В общем, портил эстетику. Честно, очень рада, то, что наконец-то занялись этим вопросом. Я сама мама, и очень страшно за детей, которые проходят здесь в вечернее время, потому что все-таки такой очень высокий бурьян. Неизвестно, кто может выскочить с этого бурьяна. Покосом во дворе не ограничится. Активисты запланировали вырубить и вывести сухостой, а после на территории поставят лавочки.